прекрасную мысль приводит Уолтер Ристон, американский финансовый управляющий. Он говорит: хорошее решение – результат опыта, а опыт – результат плохих решений. Так мы и действуем. И вот что касается теперь народной медицины, она из опыта, основана на плохих решениях, плохих результатах, вывела самое лучшее и действенное, что может быть. Вот это я вот так вот перевел для себя. Прекрасную мысль высказал Чарльз Кеттеринг, американский изобретатель, вице-президент корпорации General Motors. Он сказал следующее. Возможности человека ограничены только его воображением, то есть мыслеформу надо создать нужную, чтобы пространство с вами начало взаимодействовать. Но воображение имеет так мало людей, что на одного композитора приходится 10 тысяч скрипачей. То есть наш главный инструмент — это все-таки не рука, а ум. Ум, который создает ясные, понятные, насыщенные мыслеформы, которые могут создать то, что вами было задумано.